Всем большой привет! Сегодня приготовим свежий весенний салатик на основе 4 самых обычных продуктов. Берем 2 свежих огурчика среднего размера и нарезаем сначала на ломтики, а затем мелким кубиком. Берем большую глубокую миску и пересыпаем нарезанные огурцы. Теперь возьмем 3 яйца, сваренных вкрутую. Нарезаем яйца обычным средним кубиком. Теперь добавляем яйца к огурцам. Также для этого салатика возьмем консервированную кукурузу. Открываем баночку, сливаем всю жидкость и насыпаем в салатник полбанки кукурузы. И основной компонент салата содержится в этой банке. Это тунец в собственном соку. Открываем баночку, сливаем лишнюю жидкость и добавляем все содержимое банки в салатник. Теперь приготовим заправку для салата. Для этого возьмем 2 столовых ложки майонеза, 1 чайную ложку горчицы и немного черного молотого перца. Теперь хорошенько все перемешаем. Готовую заправку отправляем в салатник. Теперь все компоненты добавлены, и мы хорошо и тщательно перемешиваем весь салат. Как видите, такой салатик готовится совсем несложно и очень быстро, поэтому обязательно подписывайтесь, сохраняйте рецепт и готовьте. А с вами была Лана Аппетитовна, и я жду вас в других моих вкусных видео на моем вкуснейшем канале.